Как отрегулировать строчку на зигзаге? Вы работаете на машинке, и на разных материалах у вас строчка идет отличная. Нет ни стяжки, узелки у вас посередине ткани, и все у вас хорошо. Но при переходе на зигзаг, особенно на зигзаг большой, вот я поставил зигзаг на 7, у меня самая большая, то получается стягивание. Получается вот такая вот беда. Это верх. Видите, нитку перетягивает наверх и вот на низ. И соответственно, видите, получается складка. Затягивает нашу строчку. И это на той же регулировке, на которой мы шьем прямую строчку. Когда у вас хорошая строчка. Значит, у меня регулятор стоит на авто. Теперь длина стежка у меня стоит на 2,5. И ширину зигзага у меня 7. Значит, как нам быть в такой ситуации? Что нам нужно сделать? Отпускаем нижнюю нитку, попробуем на кусочки и потом посмотрим, что у нас получится. Значит, я вам показываю регулировки. Регулировка верхней нити происходит вот от 0 до 9. Значит, я вам буду говорить, что я регулирую верхнюю нитку, натяжение верхней нити отпускаю или затягиваю. И также регулируем нижнюю нитку, придется снять игольную пластину и подрегулировать винтиком натяжение нижней нити. Значит, это я вам сейчас покажу. Так, ну можно снять лапку, чтобы не мешало. Так, открываем, откручиваем. И вот смотрите, приподнимаю наш шпулидержатель, и вот у нас винт. Значит, винт регулировки нижней нити. Я беру и откручиваю его. Так, на 180 градусов и еще на половинку. Значит, вы замечаете, сколько вы будете подкручивать, как у вас стоит винтик. И не забудьте про это, чтобы потом вы могли поставить регулировку на место. Ставлю, пробую нитку, вот нитка идет, можно сказать, слабо даже. Ну, посмотрим, попробуем, что у нас получится. Значит, эту регулировку вы за один раз не сделаете, придется открывать несколько раз. Ну, все нужно откручивать по чуть-чуть. Так, подтянули. Винты сильно не затягиваем. Ставлю лапку. Опускаю. Нитку заправляю под лапку. И защелкиваю верхнюю крышку. Так, и проверяем, что мы нарегулировали. Ну вот, смотрите, у нас заметно. Нитку вытаскивает наверх. Смотрите, нитку вытаскивает наверх. Значит, нам нужно отпускать верхнюю нитку. Так, отпускаем верхнюю нитку. С авто ставим, ну, где-то на 2. Так, смотрим, вот у нас получилось. А видите, все равно вытаскивает наверх. Значит, я ставлю регулятор верхний на 0, и нижнюю нитку нужно еще отпустить. Видите, нижняя нитка у нас вот идет натянута и затягивает верхнюю строчку. Значит, нижнюю нитку отпускаем. Так, опять же снимаем, откручиваем винты и отпускаем еще нижнюю нитку. Ставим пластину, опять закручиваем. Так, и пробуем еще. Смотрим, что у нас получилось. Видите, вот сверху у нас идет нормально, наверх не видно. А на низ вот верхнюю нитку вытаскивает. Значит, нам желательно еще отпустить нижнюю нитку и чуть-чуть подтянуть верхнюю.
Ну, попробуем, что у нас получится. Это зигзаг большой, и на тонкой ткани он может вот так вот и остаться. Мы, конечно, сейчас попробуем еще подрегулировать. Значит, отпускаем еще нижнюю нитку. Я поставил на 0,5 регулятор верхней нити. И пробуем, что у нас получается. Значит, смотрите, у нас узелки здесь пошли меньше, но вот сюда уже начал пробиваться, чика, видите, узелок. Но предпочтение отдается, чтобы узелок был снизу. Значит, если мы попробуем сделать зигзаг поменьше, вот я поставил на шестерку зигзаг, смотрим, что у нас получится на шестерке. Смотрим, вот верхняя строчка. Попробуем сделать еще меньше зигзаг. На пятерку. Так, вот зигзаг. Верхняя нитка на пятерке. Да, все равно остается ниточка вот снизу. Но уже не такая большая петля, как здесь, видите? Только чуть-чуть вот кусочки остаются. Значит, пятерка это более такой нормальный вариант для тонкой ткани. Если же мы возьмем на толстой ткани, то там затяжка будет получше. Так, и сейчас попробую еще здесь. Ну вот смотрите, средний зеленый зигзаг. Здесь идет отлично, и на низ видны вот узелочки. Значит, это все так и будет. Но главное, чтобы у нас не стягивало материал. Значит, чем толще материал у вас будет, тем вы сможете затягивать больше нитки, и верхнюю, и нижнюю. Это вы уже будете смотреть потому, чтобы ваш материал не стягивало. Вот такая регулировка. Принцип регулировки подходит ко всем машинам, также и промышленным зигзагам. Регулировка та же. Ну и если мы сделаем, конечно, на толстом материале, это у меня кожзам, я выставляю на больше и больше зигзаг. И ставлю вот на семерку. Длину стежка мы тоже можем регулировать. Тогда у вас будет вот эта вот строчка гуще. Ну и, конечно же, видите, строчка на плотном материале, конечно, идет сверху идеальная. Вот здесь тоже зигзаг нормальный. Это для вышивки. Вот здесь вот, когда мы делали мелкие, видите, здесь узелки совсем у нас затянуты хорошо. В общем, это все нужно регулировать. Вот так вот у нас регулируется строчка на зигзаге. Регулируете натяжение верхней нити, нижней нити. В соответствии с материалом регулируете давление лапки. Ну и выставляете такую строчку, какая вам нужна. Все нужно пробовать на материале. Плотность материала, толщина материала, это все влияет на качество строчки. Толщина ниток тоже влияет. И качество ниток тоже влияет на качество строчки. Если вы хотите опять вернуть назад, то соответственно я показывал в предыдущем видео, как выставляется на автоматическую
настройку верхней нити, выставляете на авто и регулируете натяжение нити в шпуледержателе. Это делаете так, чтобы у вас была и сверху, и снизу строчка хорошая, чтобы узелки были в середине сшиваемого материала. Вот как здесь, видите, здесь вот красненькая просвечивается, но если здесь поставить одинаковую нитку, то, соответственно, просвечиваться ничего не будет. На этом все.